Всем привет, друзья, с вами Антон Фишер. Я играю в Raising Titan Lords. Глава первая. Древний храм. There's the old temple. I knew it. Это древний храм. Я так и знала. Теперь нам осталось только войти внутрь. Ну окей, погнали. Look, there's something over there. Смотри, там что-то есть. Looks like a dead pirate. Кажется, мертвый Just пират. As I thought. We're not the only ones looking for the old temple. Так, я и думала, не мы одни ищем древний храм. Maybe he's got something of use. Надо посмотреть, вдруг у него есть что-нибудь прикольное. Так, да, я тут нашел метательные ножи. В принципе, неплохо пригодились. Наносит, конечно, не супер урон, но иногда спасает, когда неохота мучиться с этими долбанными тварями. Так, посмотрим пирата. Золото, дешевое спиртное. Пистолет. Так, кровавый берег. А, крабовый берег. Проклятие. Кто-то опередил нас и тоже пытается найти сокровище. Нам нужно спешить, если мы не хотим опоздать и обнаружить, что пока мы добирались до места, все уже разграбили. А у мертвого пирата на крабовом берегу оказалась карта сокровищ, на которой отмечено, где зарыт клад. Держу пари, что он зарыл свою ценность незадолго до того, как его убили. Местоположение сокровища отмечено на моей карте. He's got a treasure map. Look at the map, and let's see where he buried his stuff. He hasn't been there long. I reckon he hid his treasure somewhere close. Его клад спрятан здесь. Ну, собственно, не очень далеко от того места. Да, мы идем. Ладно, побежали дальше. Погоди. Что это было? Just then. Я видел там только что. Это же пират-призрак. Что-то нехорошее здесь было. Be careful. It looks dangerous. Осторожно, кажется, он опасен. Watch out! Новое задание — убить. Так, задание выполнено. Убить опасного хищника у нас получилось. Ага. И сестра неплохо помогает, конечно. Она сильна, и враги отвлекаются на нее. Пока она с ними месяца, мы можем подходить сзади и рубить их на мелкие кусочки. Лопата. Вероятно, кто-то здесь что-то закопал. Но что? Так, нужно быть начеку. Так, сначала осмотрим. Ну, слушайте, вид-то, конечно... Ого, бутылочка Грога. Всегда пригодится холодными вечерами.
Угу, копаем. Excellent. Now let's see. Сокровище мертвого пирата. Посмотрим, что он тут припрятал. Уху, джекпот. Great. 1080 золотишек. I'm sure that's not even half of what we could find here. Do you really think Правда, думаю, что в этом древнем храме спрятаны великие сокровища. Just wait. Подожди, скоро мы будем купаться в золоте. Как бы потом не поплатиться за нашу жадность. Эх, великолепный, конечно, вид. Было бы неплохо здесь отдохнуть на таком островке. Ладно, погнали. Why do you always have to touch everything, little brother? Почему ты, братец, хватаешь руками всякую гадость? I wonder what happens when you pull that lever over there. Небольшой рычаг. Интересно, что будет, если потянуть вот тот? Да, если его потянуть. Давайте сначала зайдем назад. Посмотрим, что есть за храмом. Потому что обычно бывает в таких местах что-нибудь. Ха, смотрите, какой прикольный тотем, да? Later, maybe. Так, сестра говорить не хочет. Ну-ка, сфотай меня. Было бы прикольное селфи, да? Так, ладно. Будьте начеку. Ah, these ruins will hide many secrets. Так, сохранимся перед входом. Книга. An old book. Старая книга. Thunder в долине прогремел гром, и земля shook. Короче, семья содрогнулась, когда подошел к большим воротам древнего храма. Только мой мушкетон хоть как-то защищал меня от зверей джунглей. Хм. Если это написал маг, он уже давно ушел отсюда. Так, это место мне нравится все больше и больше. Ну-ка, отойди, Петти. Посмотрим, что в сундуке. Золото и кристальный факел. Так, больше в сундуке ничего нет, да? Нет. Так, можно, знаете, что делать? Кристальный факел поставить сюда. Может пригодиться где-нибудь в темноте. Так, нам, похоже, туда. Хм, а путь-то еще не близкий. Пройти через перевал, какую-то деревню. Храм и выйти. И дальше. Правда, нам предстоит столкнуться с каким-то противником неизвестным. We can't cross. We need a bridge or something. Have a look around. There must be something we can use. The rotten tree will make a perfect bridge. Из погнившего дерева получится отличный мост.
Так, я, насколько понимаю, нам в ту сторону. И так просто не перебраться, слушайте, а что делать? Хоть, конечно, сестра и сказала, что нам проще всего уронить дерево. Но я пока не совсем представляю, что я должен сделать. Ого! Еще золотишко нашел. Нифига себе силач. Так просто опрокинул дерево. Окей, погнали. Well done. Let's move on, dearest brother. Погнали дальше, братишка. Погнали. Там опять стоит этот злобный пират. Так, здесь собрать нечего. Like him again. Здесь что-то все рушится. Не нравится мне это. Так, развалины. А кто это там бродит? Злой орангутан. Чернозадый получил, да? Так, нужно аккуратнее ходить в этих местах. Вот, говорил. А. Ублюдок. Не ожидал я этого. Так, не знаю. Приобрел я здесь что-то или нет. Ага. Так, ну вся выпивка дает нам немножко здоровья. Провиант, слава богу, есть. Так, помародерствуем немножко, но я думаю, жители не обидятся, так как здесь уже давно никто не живет. Today only monkeys live here. Сегодня здесь живут только обезьяны. Bastard. Сука.
Ого. Тваря. Мелкозады. Так. Значит, попробуем здесь. Угу. Не знаю, зачем мне все это нужно, но для чего-нибудь это пригодится. Так. Later, maybe. Кузнечный молот. Какого только хлама здесь нет, а? Вспоминаю старый добрый готику, да? В принципе, так везде было. Skyrim, стоит вспомнить. Еще что-нибудь. Все одинаково. Куча барахла ненужного. Посмотрим, что в старом сундуке. Ого. Золотые кубки. По 75 золотых, 234 золота и... свиток. A rain of fire spell. Useful for lots of enemies. И свиток огненного дождя. Это классно. Наверное, полезная вещь. Лестница. Что я могу здесь найти? Look, there is something there. But it looks like there's no way to get over. Well, unless you can fly. Так. Там что-то есть, но туда не пробраться, потому что... Ну, не пробраться. Слушайте, а как? Так, ну да, это я возвращаюсь туда, откуда пришел. Угу, тут в развалинах нет ничего.
Так, нет, что-то было. Ага, факел. Ага, сундучок. Это найс. Палит попугая. I see. Parrot flight magic. You can use it to fly over gaps and chasms. Помощью полета попугая как раз могу перелететь на тот край. Давайте попробуем. You can go there by yourself. Летая попугаем, вы можете планировать сколько пожелаете. Можно использовать силу заклинания, чтобы набрать высоту. Если сила иссякла, можно только планировать. Золотое кольцо. Красноречие, запугивание, кинжалы. Так, посмотрим. Красноречие, запугивание. Мне кажется, это будет немножко лучше. Так, теперь что, обратно? I'm back. Ага, ну кажется, я все выполнил. Осталось пройти через этих людей. Bloody pirates. Чёртовы пираты, как всегда. Я знал, что мы здесь будем не одни. Надо их остановить, иначе останемся ни с чем. В принципе, ты можешь их убить при помощи огненного дождя, лежащего у тебя в кармане. Да, ну давайте попробуем. Как-то даже с пиратами попроще, чем с животными. I guess they were just the rear guard. По-моему, это всего лишь охрана. Остальные могут быть внутри храма. Как ты думаешь, кто у них капитан? We'll find out which flag they're sailing under soon enough. The captain's sure to be inside. Капитан наверняка внутри. Нам нужно попасть туда. Unfortunately, the bridge to the temple is withdrawn. I can see that. Это я вижу. But there seems to be another way in. Across the river. Кажется, можно найти другой выход. It'll be a bit difficult for you, dearest brother, but not impossible. Find your way into the temple and activate the drawbridge. Короче, нужно опустить I'll stay here and keep lookout. Ага, теперь я без Петти. Ясно. Мне нужно найти разводной мост. Точнее, что-то я вру, обманываю вас, да. Конечно же, мне нужно обойти. Обойти этот мост, найти способ его опустить и, собственно, пройти в храм. Ну и, собственно, это я сделаю уже в следующий раз, наверное. Ну а пока всем до встречи в следующем видео. Удачи!